идут судебные дела. Все-таки есть у нас в планах заменить этот рекартан, но суды затягивают, суды проходят не на территории Балакова, Балаковского района и Саратовской области. Поэтому мы с своей стороны предоставили все необходимые документы и экспертизы по данному проекту. Сейчас находим правовую основу с тем, чтобы, не дожидаясь окончания решения суда, все-таки сделать замену покрытия и уже выставить соответствующую сумму этому индивидуальному предпринимателю, который нанес вот такой ущерб. Но опять же, будем действовать только в рамках правового поля.